Всем привет, мои хорошие! У нас вечер. По-моему, 5 сегодня ноября, если не ошибаюсь. 6 уже, да? Как быстро время летит. Я за днями не слежу, за числами, за днями, неделями. Мы с Зулечкой во веки веков, за столько времени, сколько вот мы приехали в Измир, вышли вдвоем погулять. Да, вдвоем, вы не ослышались. Без малышей. Малыши недавно проснулись. Мы их накормили, переодели и оставили с папой. Вот. Посмотрим, как он справится с двумя детками. Сколько он выдержит. Ну, там еще заловка придет, конечно же, на помощь. Они своего папку не оставят без помощи. А мы идем подышать свежим воздухом. Как две девочки. Ой, какая красота бугенвилия. Я прям обожаю эту бугенвилию. Она такого невероятно красивого пурпурного цвета. По-моему, это пурпурный называется, если не ошибаюсь. Хотя, все может быть. Наверное, я ошибаюсь. Вот, направляемся на ближе к морю, в ту сторону. Там воздух более свежий. Чтобы наши головы отдохнули немножко. Сейчас на метро и оттуда в центр, и в центр поближе к морю. Буду, конечно, с вами на связи. А. Я снимаю. Да. Так, мои хорошие, у нас, оказывается, проезд в метро подорожал на 56 грушей, было 3 лиры, сейчас стоит 3,56, 1 ноября ведь подорожал. Так как я в метро давно не ездила, не знаю, вот сейчас обратила внимание. Все дорожает и дорожает, честно сказать, цены на все растут, народ возмущается про себя, как везде принято. И дальше живем как-то, зарплаты не растут. Все, пошли. Нам вообще надо в другую сторону, но ради вот этой башни, чтобы ее вам заснять, я иду в эту сторону. Конечно, камера абсолютно не передает всей ее красоты. Она очень красиво светится таким, знаете, теплым желто-оранжевым светом. Ну и, конечно, Измир, из музыки не Измир. Красота. Море у нас в той стороне. Красавица наша башня. Мы решили приехать к асансеру. Я давно здесь не была. Ну и вы вместе со мной давно не были. Тем более вечером, в вечернее время я здесь не была вообще давно. Асансер на турецком языке означает лифт. Зуля фотосъемку, видеосъемку ведет. Да, Рио Морено. В честь него называется, по-моему, эта улица, если не ошибаюсь. Можно посидеть на улице, поесть, попить пиво, чай. Можно внутри в кафе, а можно там наверху. Мы поднимемся сейчас наверх. Там панорама, весь город видно. Здесь, знаете, атмосфера такая, как будто совсем другой Измир ты попадаешь. Ну реально, здесь совсем другой Измир. Да, жду. Только плохо, что не горит. Обычно же горело. Да, не знаю, почему не горит. Пойдем наверх. Вот здесь как-то новое заведение, по-моему, его не было. Это заведение не было. Ты здесь в прошлый раз когда была? Да. Ну да, после. Куда я без детей уже куда? Никуда.
Это что интересно? Ювелирная антика. Антика. Бриллианта. Бриллианты, алмазы. Вот он сам ассансёр, и нужно подняться вон туда, наверх, 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 и вон там панорама. Здесь два лифта. Один уехал, сейчас второй приедет. По-моему, до 12 ночи лифт работает, если не ошибаюсь. Сейчас пока временно остановлю съемку. Это мы поднимаемся под музыку. Здесь всегда звучит музыка. Музыка всегда, знаете, давнишние, которые раньше были песни. Ну, у меня такого маникюра нет. Вот мы поднялись. Еще раз повторю, вы знаете, телефон не передает даже 50% той красоты, которую вы видите в реальности. Здесь это море. Море, небо, красота. И панорама, конечно же. Чуть-чуть опоздали мы со временем. Если бы чуть пораньше пришли, вот здесь, конечно, можно было бы увидеть все более наглядно. Но сейчас только вот яркие огни ночного из мира, вечернего точнее. Сейчас у нас где-то начало восьмого. Так, здесь у нас ресторан. Дальше уже жилые дома. Здесь вот секционные. Здесь же можно посидеть. Здесь, да, столики. Посидеть, чай, кофе, потанцуем. С той стороны тоже такая же панорама. Очень красивая. Здесь всегда много народа, особенно в дневное время. Здесь все фотографируются. Здесь бывают фотосессии у невест. Очень-очень часто. Невесты, женихи. Ну, это вообще, это туристическое место. Каршияка, это другая сторона из мира, противоположная, значит. Кораблики. Ну, мне их так видно хорошо, а на экране нет. Посидели мы немного в кафе у ассансёра. Выпили по бокалу пива и спустились к морю. Красота. Море очень спокойное. Погода очень хорошая. Видите, народу немного. Можно спокойно ходить гулять. Вот это зеленый, это светофор. Видите, да? Красный, там зеленый. Трамвайчик наш поехал. Я еще ни разу так и не села на трамвай. Ты ездила, да? Угу. На черепашке ниндзя. Слушай, как черепашка медленно ездит. Нет. Ну да, вот и судя по тому, как он передвигается здесь по трамвайной линии, очень медленно. Пешочком мы гуляли и дошли вот до Кемералты. Там недалеко башня. Паром, дистанция. Ой, хорошо, тишина, спокойствие. Смотрите, какое море спокойное. Ребята поют что-то. Там дощечки не было.
Гуляли-гуляли мы и решили зайти в кафе, в которое я раньше часто ходила, называется кафе-ресторан, не знаю, кафе Кейфи. С вот таким вот красивым видом на море. Здесь открыто все. Я заказала покушать, потому что я из дома выходила, в принципе, поевшая, но очень-очень проголодалась. Зулечка там смотрит другое место, хочет панораму на ту сторону, потому что с той стороны отходят у нас паромы, а на этой стороне паромов нет. Ну что, понравилась эта сторона? Да? Держи. Мои вкусняшки принесли. Я заказала котлеты, кёфте. Ну, здесь картофель фри прилагается, солёность, рис. Зулечка заказала вафельку с сезонными фруктами. Это у нас сезонные фрукты. И чай, наверное, я принесу. Сейчас я надеюсь. Ну и здесь булочки. Я не очень люблю такой хлеб, но что делать? За неимением другого. И вот с такой панорамой. Это вот вкусная еда. Пойдет в мой желудочек. Всем приятного аппетита, кто за столом. Всем привет, наши хорошие. Привет. Что ты делаешь, солнышко? Ау. Ты и так мне все повыдергивала. Посмотрите на мой синяк. Посмотрите. Волосы мне дергают. Асланчика забрал папа, и они куда-то пошли. Мы с дочей. Доча ест яблоко. Ай, ну не надо, ну пожалуйста. За что? У меня последнюю неделю нормально не работает интернет, и я практически ничего не загружаю, ну, естественно, я не снимаю, желания нет. Спасибо. Поэтому на Ютубе нас нет, ни на детском, ни на взрослом канале. Не было, точнее, когда это видео выйдет, уже мы будем. А сегодня с Зихрашкой ходили гулять, пока Асланчик спал. Пошла с дочерью гулять. Она за кошкой топала. Я ее держала, конечно, и она топала за кошкой. У нее появился интерес к животным. Еще недавно его не было. А сейчас появился. Я про тебя рассказываю. Она меня кормит. На. Кожура жесткая. Без кожуры, если даю, они не любят. Они выбрасывают. Не едят. Уронила? Вот она. На. Ну, хочешь? Не хочешь этот кусочек? Вот такие вот у нас дела. Ну, так проходят дни. Ай, не надо. Чуть-чуть маму раздеваешь. Ай-яй-яй. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Лев говорит. Рррррр. Рррррр.